Привет, друзья! Сегодня 22 марта, и я хочу показать вам Нью-Йорк, точнее центр Нью-Йорк, Манхэттен, что там происходит во время коронавируса. Как вы видите, улицы пустые, несмотря на то, что сегодня воскресенье, и многие подумают, что наверное, люди отдыхают. Нет, с воскресенья очень-очень много машин бывает. Даже есть большие трафики. Но, как видите, сегодня можно сказать по этому дорогу, что дорога вообще пустая. И нету вообще машин. Вот. Я специально еду через хайвей и не взял туннель, потому что самому интересно посмотреть. Я 3 дня не был в центре, нашу работу закрыли, до этого я работал в Манхэттене, вот, и нам запретили работать, так что я не в курсе, что здесь происходит, но смотря как здесь загружена дорога, я думаю, что там тоже пусто. Ну, поехали, посмотрим. Я хочу проехать через Бруклинский мост и оттуда заехать в Манхэттен. Вчерашнего дня автобус и метро абсолютно бесплатно для всех. С сегодняшнего вечера после 8 будет ограничено хождение на улице. Закрыто, уже давно закрыто в магазине, ну, только продовольственные магазины остались, и то они закрываются пораньше. Вот заезжаем на Бруклинский мост. Кому знакомо эти места, наверное, сразу все поймут, что можно считать, что здесь все пусто. Очень-очень много машин, и всегда Бруклинский мост полон людьми, туристами, как вы сейчас видите. Вот никого на мосту нету. Я никогда вот такого не видел, никогда, даже здесь 3 часа ночью, то есть утра, все всегда машины, и всегда ходят люди на мосту. Сейчас можно вот на пальцах посчитать, 1-2 человека только вот ходят. Прямо страшная картина. Находится мэрия. Как видите, никого здесь нет. Никого. Прямо улицы пустые. Вот это сейчас мы находимся в Китайском районе. Thank you.
посмотрите, это один из центральных улиц, нету машин, нету людей, вообще никого. Очереди. Людей пускают по 5 человек, 5 уходит, 5 запускает, что не было скопления людей и большой контакт. Этим пытаются ограничить. Центра месяц, и как видите, здесь все пусто, магазин закрыт, людей нету. Вот с левой стороны продуктовый магазин, и как вы видите, стоит очередь, люди стоят друг от друга далеко, чтобы избежать заражения. Повернули на 42-й. Вот. Подъезжаем возле Times Square. Вот подъехали. Как видите, вот никого здесь нет. Я первый раз такое вижу, я даже 3 часа утра такого не видел, что здесь так мало людей. Никогда я не видел, никогда. Что здесь нету людей, я не знаю. Здесь стоят полиция, охраняет. Абсолютно закрыто, все, все кинотеатры, все магазины, все. Вот, delivery D работает. Сидят дома и заказывают. Многие ходят без масок, многие в масках, но видимо, может, даже некоторые не могут достать эти маски, потому что я даже не мог никак подумать, что маски и санитайзеры не будут, потому что они везде лежали, и строительные маски, и просто такие для медиков.
Если ты сами доезжаешь, тоже разные компании. Везде все были, но сейчас нету. Так, я сейчас хочу опять на Times Square и чуть-чуть сверху спуститься. И еще раз показать и посмотреть, что там. Но мы видели, что там никого нету. Очень мало людей. Удивляется, что на светофоре, как так, машина появится. Что-то расслабились пешеходы. Их, правда, нету, но кто есть, расслабились, что машин тоже нет. Да, вот люди что-то закупили, несут. Да, друзья. Тяжелые времена настали. Вроде никто такой не ожидал. Станица не работает, видимо, какая-то аварийная ситуация. Нету. Сейчас повернем на Times Square. Вот оно, Times Square. И как вы видите, здесь тоже пусто. Никого здесь нету. Никого. Никого здесь нет. Пустой Times Square. Метро пустой. Никто сюда не заходит, не выходит. Вот как видите. Никто из метро не выходит, не заходит. Только бесстрашные байки собрались. Поехали обратно. Я не рискну в метро зайти. Там никого нет. Вот едем на 5-й авеню. Как видите, тоже пусто, нет машин. Так, люди чуть-чуть, с мальчики гуляют. Видимо, им очень нужен вода. Ну, я не буду сейчас показывать вам магазины, там что хватает товара, что не хватает. Но скажу одно, что да, очень много продуктов не хватает, которые раньше были на продажу. Но люди в панике, все покупают, все хватает, и просто не успевает магазин опять затариться, опять занести товар. Ну, в общем, такого нету, что нету чего-то или остаться голодным. В принципе, пока все есть. И надеюсь, так и будет. Надеюсь, так и будет.
парк такой небольшой. Тоже там особо никого нету. Не особо, а в сравнении с других времен там здесь никого нет. Что было раньше и вообще. Вот как видите. Парк пустой. Что могу сказать друзьям? Вернемся обратно в Бруклин через мост Бруклинский. Хочу одно сказать и пожелать: пусть хранит нас Бог. Счастья и спокойствия каждого из вас.